Всем доброе утро, 7 января. Начинаем работу над желтенькой машинкой. Кое-как открыл вчера дверь. И вот она здесь у нас задевает полностью крыло внутри. Так что сейчас будем разбирать ее. Новую дверь на подходе. Заказал на eBay. $500 стоит с доставкой. Придет желтенькая по цвету. Внутри красить не надо. Сразу только снаружи, и все. Идеальная погода, 5-7 января. Солнышко, тепло. Вот так, так у нас начинается рабочий день. Дверь привезли для Chevy Camaro. Заказал я с Джорджии, штат. 3 дня шла в пути. Вот сегодня она пришла мне в Кентаки. There you go. Желтенькая по цвету. Парень садится на лифт, сам себя грузит, уезжает. Прикольно, да? Все, вперед, работаем. Так лифт работает. Раз и все. Поехали дальше. Ну вот наш желторотик уже начинает преобразовываться. Все-таки как здорово, ребят, когда дверь, которую я заказал, она, в общем, такого родного цвета. Единственное, сейчас надо будет крыло подремонтировать вот здесь. И все. Можно завтра красить. Я вообще-то поначалу собирался красить всю бочину. Сейчас не вижу необходимости. Здесь внизу есть маленький дент, вмятинка небольшая, это мелочь. И там пару легких царапинок. Вот. Это вообще ерунда. Так что сэкономил время и материалы, так понимаю. Сейчас крыло и дверку перекрашу. И все. Машинка готова на выезд. Вот так. Ребят, приветик. Вот мой желторотик готов к покраске. Машину я обтайповал. Вот сейчас обезжирю и начнем красить. Только что привезли краску мне для этого шевролета желтую. Я использую краска The Beer. И вот пол, это баночка Pint, если на полное, здесь половина, half pint, стоит $77. Вот так, The Beer, Samara Auto Repair, ребята, звоните. Будем общаться. Все, продолжаем красить, пока. Так, ну все, краска нанесена. Можно уже готовиться к лаку. Вроде смотрится все хорошо. Плавный переход тоже мне нравится. И краска немножко отличается. Чуть-чуть желтее. Два оттенка есть. Желтый и более зеленый. Стандартный и зеленоватый. Якобы выбрал стандарт. Ну, в принципе, нормально смотрится. С переходом будет все четко. Все. Ну все, мы блестим. Два слоя лака я нанес на покрытие. Смотрится все хорошо. Так что завтра приходим, собираем машинку и отправляем ее клиенту на выходные. Пусть парень гоняет, радуется.
Ну все, я прощаюсь. До завтра. Пока-пока, ребят. Ребят, всем привет. Сегодня пятница. Уже где-то 2 часа дня. 1:30, да. Вот и наш желторотик готов. В среду я начал. 8 числа в среду в обед пришла дверь с Джорджии. В среду я начал работать. Вчера покрасил. Все подогнал, покрасил. Сегодня собрал. И все, машинка готова. Готова ехать. Сейчас позвоню клиенту, обрадую его. Все открывается, закрывается. Так что фирма веников не вяжет, я так полагаю. Опа, надо посильнее. Это же американская машина, надо сильнее закрывать. Вот. Сегодня пятница, на улице плюс 15 тепла, хоть и пасмурно, но очень тепло. Завтра будет 21-23. Рекорд тепловой, аномальная у нас жара стоит в январе месяце, в преддверии старого Нового года. Ну вот все, машина закончена. Со всеми прощаюсь. А, кстати, сейчас покажу мой проект на следующую неделю. Вот две машинки стоят, и еще одна где-то такая же. Вот это Volkswagen GTI, вся морда разбита, над ней будем работать. И жду депозит от черных своих друзей, ребят. Это Chevy Malibu, вернее Impala, или Malibu, уже не помню. Тоже вся морда разбита, тут немножко есть frame damage. Надо будет потянуть ее, раму потянуть. И вот тут у меня трачок стоит, старенький трачок Ford Ranger. Он весь ржавый, там тормоза, амортизаторы, пружины. В общем, тоже будет кусок работы. Ну, этот готов. И в гараже у меня стоит X5, я никак не закончу. И 2007 года Infiniti пригнали, Infiniti G35X. Задние надо там suspension работы провести. Ну вот все, ребят. Всем хороших выходных. Пока.